Здравствуйте, уважаемые садоводы! Со второй половины августа можно приступать к делению и пересадке многолетних цветов. Лучше в это время пересаживать те цветы, которые уже отцвели, хотя даже и пересаженные в процессе цветения растения могут неплохо прижиться. Какие же многолетники можно пересадить осенью? Ассортимент их очень большой. К самым популярным относятся дельфиниумы, астильбы, эхинацея, флоксы, пионы, лилейники и лилии, ирисы, ромашки и аквилегия. Также можно пересаживать гейхеру, но лучше это делать весной. Как же делить многолетники? Для начала выкапывают весь куст целиком. У выкопанного куста разрезают острым ножом корневище на деленки таким образом, чтобы на каждой части осталась хорошая мочка корней и было 2-3 побега или почки. При посадке луковичных культур глубина выбирается очень просто. Она равняется высоте 3 луковиц. То есть, если луковица имеет высоту 4 см, то умножив 4 на 3 мы получим 12, и это и есть глубина лунки. На дно лунки следует положить небольшой слой песка, который будет выполнять роль дренажа. Учтите, что раньше конца августа высаживать луковичные нельзя, ведь при теплой погоде и почве луковицы начнут расти, а это значит, что при наступлении заморозков они вымерзнут и погибнут. Важно знать, что у разрезанных деленок нужно присыпать свежие срезы толченым углем или золой. Итак, разделенные части помещают в выкопанные лунки, присыпают подготовленным грунтом, поливают и снова присыпают. Первое время нужно регулярно поливать пересаженные многолетники. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!